Я вакцинировался первый раз в июле месяце, вторую прививку я поставил в августе. После этого, да, был упадок сил небольшой, некоторые недомогания, но после этого быстро вернулся в строй и все хорошо. Практически все у нас в команде уже вакцинировались. Я считаю, это необходимые меры. Чем быстрее пойдет процесс вакцинации в стране, и в частности в Омской области, тем будет больше заполняемость трибун на наших матчах. И хотелось бы, конечно, чтобы она была максимальной именно на играх Омского Скифа. И я, конечно, призываю болельщиков вакцинироваться, чтобы мы ощутили вашу поддержку именно на трибунах. Поэтому, я думаю, стоит принять взвешенное решение в пользу прививки.